подъездный щит, вот наша квартира, наш водный автомат на 40 ампер. То есть вот такую вот нам связочку нужно установить. Водный автомат, водное УЗО и реле арбуз D2 на 63 ампера. Так, место на генерейке здесь есть. Поэтому компоновка, скорее всего, будет следующая. В ванной кабельной квартире у нас выполнен сечением 4 квадратных миллиметра. И автомат 40 ампер явно завышен. А соответственно мы в одной автомат установим с номиналом 25 ампер. Дальше в одной УЗО у нас будет на 25 ампер. Ну как бы рекомендуется сделать на ступень выше, но тем не менее Шнайдер говорит о том, что перегрузочная способность у УЗО соответствует перегрузочной способности автоматов. Поэтому можно брать по номиналу 1:1. Ну и здесь будет установлено реле напряжения арбуз D2 на 63 ампера. О нем у меня есть очень подробный обзор с наглядными испытаниями. Переходите на канале и знакомьтесь. Так, обесточиваем нашу квартиру. Отключаю нашу водную кабель, фазу. Наш ноль с магистрали, здесь же идет соседский ноль. А вот здесь вот есть очень удобно, мне придется разделывать магистральный ноль орех, что здесь уже есть вывод. Вот мы его используем как наш ввод.
В общем, вот так вот получилось. Еще раз показываю. Вот у нас фаза магистраль. Вот она фаза приходит на наш новый вводной автомат 25 ампер. Далее фаза уходит у нас на вводной УЗО 25 ампер, 30 миллиампер. И дальше фаза уходит у нас на реле напряжения, через реле напряжения и на нагрузку на нашу квартиру. Далее 0. Вот у нас магистральный 0. Вот он синий. Он приходит у нас на, сразу на вводное УЗО. Здесь я при монтаже показывал не совсем правильно. Перемычку сделал. Надо ее было сделать внизу. Дальше 0 проходит через УЗО. И вот этот у нас 0 вводной уже идет на нагрузку на квартиру. Здесь я сделал перемычку для питания реле напряжения, для контроля напряжения. Такая схема допустима, и в своем обзоре я об этом рассказывал. Ну вот, в принципе, и все. Дальше выставил уставку 255, вот давайте поставим, и минимальную 190. Текущее напряжение 228 вольт. Так, давайте проверим коррекцию напряжения. Вот у нас 228, 227, 228 вольт. И здесь у нас то же самое. 228, 227 и 9. То есть коррекцию мы делать не будем. Оставим ее на нуле. Время включения поставим. Ну, давайте для начала 6 секунд оставим. Так, оставим обычную модель Professional Off. Так, длительность провала напряжения оставим 1 секунда. Так, и тип задержки включения оставляем TAR. Отчет пойдет у нас со времени восстановления напряжения. Так, в принципе, все. Проверим УЗО наше, естественно, кнопкой тест. Оп, отключилось. Включаем. Ну, сейчас заодно реле вот у нас запустится. Вот, выдержка 6 секунд пошла. Оп, вот, и квартира у нас снова под напряжением.